а это я в лесу нашла дерево яблони. Представляете, вот лес, сосны, река, трава, зелень, и вдруг маленькие яблочки. Вот настоящие маленькие яблочки. При слове, что это еще только июнь, и, скорее всего, где-то к концу июля здесь будет вообще урожай яблок. И знаете, любые дикие яблоки намного будут вам полезнее, чем то, что вы купите на рынке. Потому что здесь еще не обрабатывают химией, здесь хоть более-менее нормальные условия, здесь в почве много минералов. И вообще считается вот по витаминному составу, говорят, там молодильные яблочки там на тарелочке, это не эти крупные, огромные, красивые, красные, вот которые мы вот знаем. Нет, это вот такие маленькие, которые мы порой называем райские яблочки. Вот в них, кстати, очень много тех веществ, которые омолаживают ваш организм. Ну и как следствие делают вас более молодой, красивой, симпатичной. Если вы будете в лесу, ну не проходите мимо травок, люцерны. Вообще шикарная трава, люцерна, вы представляете, она заменяет мясо. В ней столько аминокислот, что порой даже кусок мяса с этим не сравнится. Зато в ней 74 минералов еще. 74, вот где вы столько минералов найдете? В общем, если есть возможность быть на природе, отдыхайте, но и рвите немножко про запас. Здесь еще пока все чистое, почва более-менее нормальная, минералов много, и вот эти травы, которые здесь растут, они вбирают все минералы в себя. Я понимаю, не все любят БАДы, но если у вас есть время, вот я его выделяю для того, чтобы пойти собрать травы. Так что все со мной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. До встречи!